Вы знаете, мне кажется, что нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, вот эта наглость, она так же, как и 70 лет назад, она часто достигает своей цели. Ведь Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Мы, конечно, с вами должны сделать все для того, чтобы воспрепятствовать такой практике, такой преступной практике. И сегодня же Владимир Путин...